Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, я его ведущий Кравцев Сергей, и сегодня хотелось бы поговорить о диабете в общих чертах. Сахарный диабет – это на самом деле настоящая чума 20 века. С приходом все более дешевой и вкусной пищи наше общество отнюдь не приходит к ее качеству. Злоупотребление таким дешевым топливом может привести к изменению вашей эндокринной системы. То бишь, это приведет либо к диабету, либо к инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность, проще говоря, преддиабет, означает сильно акцентированное состояние вашего организма в сторону диабета. Однако в случае инсулинорезистентности, то есть состояния преддиабета, это состояние очень легко обратимо. Здоровое питание, фитнес, может творить чудеса. Сегодня ни для кого не секрет, что во время физической нагрузки начинается транспорт глюкозы, который может осуществляться без участия инсулина, что будет позволять питать дополнительно ваш организм, даже если у вас уже есть преддиабет. Помните, что причины возникновения диабета полностью до конца основательно не изучены. Но, как показывают исследования Всемирной организации здравоохранения, количество пациентов с данным заболеванием постоянно растет. Многие ученые сходятся во мнении, что данная корреляция роста людей с диабетическим заболеванием является просто-напросто следствием жизни техногенного общества, а не только, как приводилась ранее информация, что это генетический фактор. Данное мнение обусловлено тем, что генетический фактор не может расти с такой огромной скоростью, как мы видим сейчас, да, как сейчас диабет у нас распространяется среди населения. Чему я это все говорю? Дорогие друзья, если не позаботиться о своем здоровье заранее, если не перестать просто худеть к лету, просто худеть для того, чтобы влезть в свое любимое платье или джинсы, просто для того, чтобы провести какую-то фотосессию, если не перестать делать вот эти вот качели, устраивать для организма то пусто, то густо, вы просто можете со временем нажить себе инсулинорезистентность, состояние преддиабета. Преддиабет может протекать скрыто, помните об этом. И ваша главная задача – это просто понизить уровень потребляемых быстрых углеводов, понизить уровень сахаров. И таким образом вы себя подстрахуете полностью от состояния преддиабета. Но плюс еще вы получите огромный ресурс, как гора у вас спадет с плеч, в том плане, что вы сможете есть достаточное количество жиров. Для вас откроется куча пищи, которую вам раньше нельзя было есть. Да, вот эти вот стереотипы, ой, здесь жирное, я вот это я сейчас на диете, я себя ограничу, буду есть это только белок. Вот, то есть все вот эти вот моменты, вы от них избавитесь, вы начнете жить полноценной жизнью, не боясь питаться. Просто питаться нужно правильно, исключить только сахар, только быстрые углеводы, и да будет вам счастье. С вами был Medical Fitness, Кравцев Сергей, я желаю вам здоровья и жду вас на своих консультациях.